Число зараженных коронавирусом в Нидерландах очень высоко. За сутки оно достигло 37 тысяч человек. Растет и количество умерших. На сегодня это 4,5 тысячи человек. В больницах лечится почти 10,5 тысяч голландцев. Специалисты уверены, зараженных в стране больше, так как не все проходят тест на коронавирус. При этом летчиков из России работники голландского аэропорта встречают без масок и прочих средств защиты. Ну и вот, кстати, видите, все тоже люди обычные сидят. Сидят, отдыхают. Никого. Никого, кто носил бы маски, кроме нас. Более того. Говорят, что может подойти полицейский и спросить, а что вы в маске ходите? Вы что, болеете? Нидерланды – страна, которая имела много колоний в разных точках планеты. Там голландцам приходилось сталкиваться с большим количеством экзотических тропических болезней. Поэтому в стране была создана школа инфекционной медицины, к ученым которой и сейчас прислушиваются. По их мнению, чем больше иммунная группа, тем меньше вероятность того, что вирус попадет на уязвимых пожилых людей и людей со слабым здоровьем. Вот видите, покупаю в амстердамском магазине. Никто даже не собирается одевать здесь маски. Более того, если ты будешь ходить в маске, боюсь, на тебя посмотрят косо и, возможно, вызовут полицию. В Голландии уверены, на развитие сценария, который предпочла их страна, уйдут месяцы. Выработка группового иммунитета – дело не быстрое. И сейчас пенсионеры, которые находятся в группе риска, изолированы. А остальные жители страны продолжают ходить без масок и антисептиков. Виктория Шарая, События.